think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередная прокачка. Буду качать следующего героя, которого докачал до 14 скилла. Я показывал это Феникс. Ну и также мы сегодня с вами покачаем немножко титул, посмотрим, сколько чего надо. И надо, конечно же, поднимать силу, потому что чем больше силы, тем больше возможностей будет у титула. Сейчас посмотрим, что у нас вообще доступно. Так, на каком мы этапе? Ну, нормально мы так получили. До 20к. А, даже нету. 16. 16, вот 14. В общем, поехали. Будем постепенно улучшать. Как видите, дофигища надо просто плюх для этого дела. Ну, это золото и маны надо дофига. Ну, потолок это 1.8 на сегодня. Ну, до туда мы вряд ли этот аккаунт докачаем. Хотя у нас есть практически все герои, но это надо дофигище будет прокачивать прорывов. Дофигище всего. Честно, даже не буду над этим заморачиваться. Так, поехали. Следующий у нас титул. Вот этот. Сразу мы апаем. Плюс 80 забрало. Сейчас интересно, какие статы мы получим. Я сейчас не посмотрел. Ну, в среднем у нас вот 220. 560 атаки. Крит резист 500. И уже начались эти 24%. На архидемона. Сейчас посмотрим, сколько максимум на 500к мы сможем развить. Ну, как видите, надо дофига золота и маны. А там хранилище хотите, не хотите, вам придется качать. Так, поехали, следующий. Блин, вот это вот, конечно, офигенная тема, но... Хотя, в принципе, у нас получается, раз в месяц запускают линию обороны, там есть возможность получить эти итемы, но их, честно скажу, очень мало и их очень не хватает. Поэтому вариант, конечно, самый быстрый — это донат. Хотя, если вы без доната, у вас и так сила, я думаю, небольшая. Ну, где-то, думаю, уровень 500-600к. И то я не знаю, ли есть такие без донаты. Хотя на некоторых серваках, думаю, уже есть клям. А может и нет. Пишите, у кого есть интересные аккаунты с бездонов с хорошей такой силой. Возьму на обзорчик, посмотрю, самому интересно, какая максимальная сила без доната. Такс. Блин, реально дофига ресурсов надо. Дальше там я показывал на основном аккаунте. У меня там на максималку пока прокачано. Там просто жесть. Кристаллы пошли в ход. Ну, эти улучшения, конечно, для аккаунта просто огромнейший плюс. Мне они нужны для того, чтобы проходить некоторые локации. Ну и самое основное, для чего я качаю, это для теста, чтобы у нас более-менее были равные условия, потому что у меня на основе на максималку прокачано, здесь же силы не так уж много, поэтому надо будет позаморачиваться. Я думаю, планирую где-то кляму силу здесь вкачать. В принципе, с нашими героями это не есть проблема. У нас есть все герои. И единственное, что надо качать прорывы. То есть надо будут только кристаллы. Так, поехали дальше. Ну, уже, смотрите, в два раза практически подняли. То, блин, мы только заскочили на 80к. Реально геморное дело. Без ресурсов.
Это фармить долго будет. Ну, я надеюсь, нам всех ресурсов хватит. Блин, за каждый буст надо дофига ресов. Так, еще плюс 100. Итого мы уже на 120к. Дальше попроще, там побыстрее пойдет. Поначальные левела сложно. Жесть. 10 минут качать титул. Но, блин, эти усиления для героев очень огромный плюс дадут. Было бы еще круто, если бы это там прям мега-мега силу давал. Дополнительно, я не знаю, на что они рассчитывают с этими титулами в ближайшем будущем. Но посмотрите, сколько надо ресов. 7 лямов. 600к. Жесть, 80. Но это просто, я не знаю, для бездоната, мне кажется, это космос. Вот эти вот ресурсы. На волны. Ну, возможно, будет полегче проходить волну. Не знаю, посмотрим. Мы волну АК прошли без этих усилений. Зафармили ее. Скоро. А как видите, ресов дофигища надо. Процентов на волны у нас будет, это в принципе реально круто. Будем пробовать фармить волну АК, я надеюсь, скоро. Я сделал тестовый заходик, просто печалька была. Так, плюс 30%, тоже плюс. Красных. Это издевательство просто. Фиушки, у нас, наверное, еще не хватит кристаллов. Не хватит. А мне потом прорывы чем качать? Жесть какая-то реально. Так, ну что, мы дошли до самого интересного. 520к у нас следующий. В принципе, 520к мы можем сделать, это не есть проблема. Так, а чего нам не хватает? Не понял. А, все, мы максималку получили, следующие 520к. Ну, давайте сейчас попробуем апнуть немножко левел некоторым персонажам. Ну так, чисто для силы. У нас там такой, давайте разруху. Я планирую дальше качать некоторые герои для прокачки 14-х. Ну, основы, скажем так. Видите, здесь не есть проблема быстро апнуться. Оп-оп. И уже подбили. У нас уже не хватает, нифига себе. Ресурсы просто разлетаются. Сделать, наверное, видосик, поделать все мои аугментации, доделать.
Такс. Ну, тут можно, в принципе, и скиллы подучить. Ну вот. Вот вам 520к на изи просто. Так, ну тут еще хотя бы золото ему. Ну все, мы остались без красных кристаллов. Теперь вариант покупать только сундуки. Либо же вот этих третьи сундуки замка. Потому что красные кристаллы вообще просто в печали. Да. Но, по крайней мере, дошли до следующего титула. Следующий титул у нас на 600. В итоге, что мы имеем? Потратили мы 10 минут, и в итоге мы улучшили 5 раз статы, в принципе. Ну, я имею в виду от начального значения, которое у нас там было. Ну, прибавка довольно-таки крутая. 3000 атаки на героя, 100к хп. Это реально круто. Плюс бусты... стат, 1300 уклонения, теперь в принципе будет все намного проще. 30% на волны, однозначно плюс. На архидемона, конечно, надо еще пахать и пахать на 30%. Ну и в принципе 15, я думаю, хватит, так как впираются все в потолок. Ну и 5 на атаку фортов, конечно, маловато. Battle Talents coming soon. Так вот. Так, хорошо. Теперь поехали дальше. Это еще не все. Хочу я подготовить на вечер одного товарища для теста. Статки мы качнули. Да, с кристаллами вообще беда. Делаем теперь хорошую такую прокачку для Ледяхи. Ну, так как он у меня один из основных героев, который будет входить в топ. Ну, однозначно мы сейчас ему попробуем наролить уклонение. Ну, это, конечно, жесть. Так как оно падает в последнее время, это полная печаль. И посмотрим заодно статки, что у нас получится по герою. Да, клон просто сыпет, ребят. А для того я думаю сделать еще видосик, показать, сколько надо, как надо прокачать линейку, чтобы получить 14 скилл. Я вчера некоторым героям докачивал, пробовал, ну там Зефир, например, чтобы получить 14-м. Это просто жесть, честно скажу. Это надо фактически все герои в линейке, ну кроме тех там, где сейчас у нас добавились новые герои. Если у вас их нету с последних героев, то там надо практически все в потолок качать. Там 9-е талантики как минимум, созвездия у вас должны пятерочки быть, прорыв никак не влияет. Ну, в общем, увидите, думаю, видосик такой сделать. Блин, жесть, провтыкали, короче, заговорился. Но я не знаю, это просто трэш какой-то, вот реально. Эти созвездия — это просто боль. И ты понимаешь, что без нормальных созвездий этот герой тащить не будет, как и многие стоповые герои. Если ты нормальное созвездие ему не поставишь. Но опять туда же выпало. Спасибо, Айджи. Блин, две точности. Ну почему не этот?
Четверка. И тут ты понимаешь, нафига тебе те уклоны, наролил бы он атаку и не парился. Ну, с уклонами он хоть жить будет подольше против моих топовых героев. Четверка, ну это издевательство просто. Лучше бы другим героем наролил. Потому что самому ворожаю толку больше было бы. Просто трэш какой-то. Одним словом. Уже сколько там? Здесь свыше 10к просто улетело. Если не больше. Да. Четверка. Вот так и живем, ребята. Просто тупо. Нифига не падает. Четверка опять. Я ору просто. Это, походу, издевательство. Ну, уклонение — это то, о чем я всегда говорю. Это самое дорогое, что на сегодня есть в игре. И то это пока они не ведут какую-то хрень. Где можно будет просто это менять все за донат. Думаю, это скоро будет. Это просто аут какой-то. Опять четверка? Не, я до последнего. Мне интересно. Интересно, когда у нас пятерка выпадет? Тройка. Четверка. О, наконец-то пятерка, ребята. Нам надо еще одну словить. Сейчас мы все просадим по 450. С другой стороны, только на созвездие надо оставлять самы. Больше, по сути, нечего здесь за само покупать, качать, поэтому. Только такой вариант. 4-5. Это просто троллинг. Однако. Четверка. Опять четверка. Тройка. О, наконец-то пятерка. В итоге у нас получился, ребятушки, вот такой вот топовый феникс. Ждите тестика, пишите комменты, ставьте лайки, но это просто жесть. Без комментариев, сколько, все сами увидели. Кстати, надо глянуть, что там у нас по... А, у нас как раз 70 итемов осталось. В принципе, впритык все сделали. Пишите комменты, ставьте лайки.
Это просто трэш какой-то. Где-то порядка 40к мы слили на одного героя. Это еще нормально. Все, всем удачи, всем пока.